привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 29 апреля, 5 часов 30 минут утра. У меня второй выходной. Присоединяйтесь ко мне. Знаю, что у многих выходные дни, потому что суббота. У нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Все потихонечку работает, все в режиме. Вчерашний день, конечно, был у нас неспокойный, как и во всей Украине. У нас было 6 воздушных тревог, последнюю отменили в 2 часа 44 минуты ночи. На данное время у нас все тихо, спокойно, воздушной тревоги нет, все нормально. Вчера практически целый день не шел дождь. Немножечко прекращался и снова то сильнее, то мельче, но... Дождливый день и ночь были. Сейчас пока дождика нет, но все равно обещают после обеда снова. По прогнозу погоды посмотрела, сейчас у нас плюс 10 градусов, по ощущениям плюс 7, но так ветер, да, посмотрела. Деревья, конечно, верхушечки колыхает от ветра. Ну, как бы не такой, не штормовой. Вчера такой насыщенный день был. Много дел. Мы поездили, искупились, были в магазинах, в супермаркетах, на рынке. И наготовила вкусноты. В общем, смонтировала видео, и получилось оно очень-очень длинным. Поэтому я решила, что обзор покупок, акций я покажу вам завтра в следующем видео. А сегодня покажу то, что приготовила. Нам очень понравилось, это очень вкусно. И, конечно, хочу вас всех поблагодарить. Так хочется крепенько каждого обнять и поцеловать. Очень приятно за ваши комментарии. Кто написал, ответил по поводу очков. Какие больше подошли, какие симпатичные. Я увидела ваше мнение. Мне очень приятно. Очень много было комментариев в пользу вторых очков. Спасибо огромное. Также третьи очки понравились. Ну и было несколько человек, кому понравились первые очки. Спасибо огромное. И также спасибо хочу сказать Ивану Батаеву. Иван, привет. Иван подсказал, чтобы очки не спадали, так как он пользуется очками. Вот. Он говорит, можно заказать, если я правильно скажу, стоперы на очки надеваешь, на, я так поняла, на ушки. И... Оно как-то там фиксируется, и очки не спадают. Спасибо большое. Ну, а я продолжу пить. У меня сегодня капучино. Присоединяйтесь, кто что пьет. Очень вкусно. Садитесь поудобней. Приятного просмотра. А вечером я вам покажу рецепт этой вкусняшки. Итак, смотрим. С добрым утром. У нас дождик пошел. Вот так все зелено. Дождик такой тихий, спокойный, мелкий. Смотрите, небо затянуто, наверное, на целый день. Иду готовить завтрак.
Здравствуйте всем. Добрый вечер. Еще раз присоединяйтесь к нам на ужин. У нас, надеемся, что очень вкусно, не знаю. Будем первый раз пробовать котлеты из карасей, которых наловил Артурчик. Готовила я в первый раз, очень переживаю, но как бы симпатично все получалось. И у нас салатик с редиски. Первый раз в этом году будем пробовать. Сколько лет ловлю рыбу, первый раз в жизни сделали котлеты из карасей. А вдруг как зайдет, буду говорить тебе, а ну-ка езжай на рыбалку. Да, и где же тех карасей буду искать? Это сейчас сезон карасей, весна. Ну, по сезону, я ж добрая жена. Я буду тебя по сезону с карасями посылать, как за подснежниками. Ой, пюрешку обожаем просто. Вкуснючая, да? Да. Да, говорю, вкуснючая, сам огурец с риской. Я говорю, да. Салат вкусный. Сейчас сделали с майонезом. Ну, мне так нравится. Да, я раньше, ну, в детстве еще мама жива была. Мы когда делали такой салат, всегда мама нарезала толстыми кусочками огурец, редиску. Потому что вот когда на тарелочку сделают там, и ты пытаешься вот это наколоть, а оно толщины не хватает, только по тарелке стучишь, вот как сейчас. Ну, помнишь, как цапля и журавель? Да. Тюк-тюк-тюк-тюк. А так все вкусненько. Медленно жуешь, тщательно прожевываешь. Хотя да, нужно пережевывать пищу 32 раза. Ну, давай попробуем котлеты. Пробуй. Давай ты первая. Чего это я первая? Ты любишь эти котлеты, я первая. Кто сказал, что я эти люблю? Ты рыбные любишь? Люблю рыбные. А я вообще нет. Наготовили еды. И боимся пробовать. Нет, должно быть не, вкусно. Не, ну пахнет классно. Прям как наггетс с магазина пахнет. Просто они такого цвета из-за того, что свои сухари домашние, не вот эти вот оранжевые, как в магазине. Если бы такие были, то бы цвет, конечно, был другой. Сочные. Я вам больше скажу, зачетные. Соль с перцем угадала. Честно, я даже не ожидала такого вкуса, если честно. Вкусненькие, зачетные, реально. Поедешь, папка, за карасями. Придется. И... придется завтра ехать. Единственный минус это сделать это филе. Надо же почистить этих карасей. Сделать филе, все вот это хлопотно. Но это этого стоит, ребята, очень вкусно. Поэтому вечером делюсь с вами рецептом. Оставляю его в плейлисте «Готовим вместе». Попробуйте, готовьте, а то мы куда нам эту рыбу девать? Ага. Будем готовить теперь котлеты, и будет нам вкусно. Все, соседи останутся без рыбы. Не, ну, лови нормально, чтобы всем хватило. Вкусняшка, пап. Этот раз у тебя получилось, да. Что значит правильный рецепт? Люда Приходько, спасибо огромное за рецепт. Очень-очень благодарна. Так что все получилось зачетно и классно. И по поводу этих котлет сразу вспоминается небольшой анекдот. Рубрика «Анекдот студио». Шарик признал Матроскина лучшим котом сезона. И поэтому выдал ему приз «Котлета». Котлета? Да. Блин, жалко, что весна. У нас скоро май. У нас только скоро май. Скоро будут призовые котам котлеты. А собака весны? Не знаю, как это. А собаку весны смотрите сейчас. Ребятки, всем приветик. Всем приветик. Если бы вы знали, как у нас в квартире пахнут гугурчики, темносики. Ой, Густеров, еще. Еще. Привет, Улья, вам. Сядь, сидеть. Ой,
Покажи, как вкусно. Ой, так, ой. Ой, какой снегогорчик. Шикелюша, суслик. И дали, какие лапы у меня. Вот такие. Ню. Сидеть. Лежать. Красавчик. Огурцы такие ароматные. Лежать. Шикелюша, кувырок. Молодец. Подстраховочка от мамы. Видите, какая? Скажи, я доверяха. Ай, да молодец. Молодец. Шикелюша, дай лапку. Дай лапку. Молодец. Другую. Другую лапку. Ай, молодец. Другую лапку. Молодец. Нежненько так. Шикелюша, голос. Молодец. Сидеть. Дай гугуртик, мам, дай. Проси. Дай. Вот. Давай пять. Молодец. Сидеть. Вкусненько, скажи, да, ребятки? Скажи всем пока. Пока. Мы продолжим кушать и быстренько бежим на улицу. Нам нужно выгулять Шекеля. А то уже ходит, за ногу кусает. Спасибо, что вы были с нами. Поддерживайте нас. Пробуйте котлеты. Очень вкусные. Вернее, приготовить-то котлеты так же мы вам депортировать не можем. Телепортировать. Да, ну как-то так. Я первый раз в жизни вижу котлеты, которые депортировали. На этом, друзья, завершаем запись в моем дневничке. Переворачиваем страничку, конечно, в светлое, мирное будущее завтра. Всем пока-пока, до новой встречи. Bye-bye.